эвакуируем эту технику. Мы ее к чертовой матери заберем, да и все. Да. Вот. А они пусть пешком на Луганск потом идут. Подожди, да. Откуда идет техника? Техника с Дебальца вышла. С Дебальца вышла, да. Площадки на разгрузку в Ровеньки. Ну мы ж с тобой не перекроем их, они нас будут давить. Надо делать какие-то эти. Там мы перекроем. В Ровеньках мы перекроем. Они на автобусах. Да, а может сейчас, пока не отключен интернет, есть смысл обратиться к россиянам, вот к нашим соседям, не знаю, казакам, кому там, к россиянам и попросить у них конкретной помощи. Они отзовутся, это 100%, девочки. Ни в коем случае нельзя. Это будет вторжение. Ты что? Нас снимает, я смотрю телевидение, Ника. Это наше телевидение с Ровенек. Просьба, пожалуйста, ровенчане, я умоляю вас, пожалуйста, женщины, мужчины, все, подымитесь, выйдите со своих квартир, домов. Я прошу вас, хотите, на колени стану в конце-то концов, пожалуйста, выходите, не будьте равнодушны. Неужели вам нравится так жить? Да в конце-то концов, не будьте равнодушны, я вас прошу, ровенчане, выходите. Ведь только мы можем все это сделать, сами люди, сами, вы понимаете? Население города Ровеньки 70 тысяч, на что, будем сидеть ждать, пока хаты за шкварник вытащат вот эти идиоты. 70 тысяч, Ровенек. Какие нахуй идиоты? Давайте просто палить. Как они поступали с бойцами Беркута, точно так будем поступать и с ними. Чем, блядь? Просто берем элементарно коктейли Молотова, блядь, и закидываем их точно так, как они поступали с нашими, блядь, беркутовцами. И все. Че? Давай разливать. Я вам говорю, давайте бутылки. Люди, давайте берем топливо и тупо палим их, выпалим их нахер отсюда, с нашей родины, и все. Горючее, давай. Давайте сливайте с машин горючее. Есть бензопилы, есть все. Давайте делать что-то. Ну сколько можно, блядь? Тра-та-та-та-та-та-та. Там повезли, тут повезли. О чем можно еще говорить? Давайте действовать. Сколько можно, блядь? О чем можно еще говорить?